Рено Логан, ремонтируем передние двери. На дверях так вот низ пошел. Краска облазит. И вот такие вот пятнышки появились. Вот пятно. Где я тут еще видел прям? Вот начинается. Вот они. И вот такие вот рыжики. Сейчас будем их лечить. Я Вадим. Нравятся мои ролики? Ставь нравится и подписывайся. Поехали. Так, ну я сейчас для удобства, наверное, сниму дверь. Разберу ее. Так, ну в общем вот, снял, разобрал дверь. Закрепил на вертолет для удобства. Чтобы нам отсюда снизу тоже посмотреть, что там у нас случилось. Тут у нас тоже вон все. Посмотрим, что будем делать сейчас. Сейчас мы все это дело зачистим. Их, оказывается, здесь очень много. Вот, вот, вот они. И пошли они все. Если вот так вот смотреть, то их вон прям множество. Ну, вот сейчас надо их каждую всю зачистить. Так, зачищать буду вот таким диском коралловым. Правда, уже маленько осталось. Ну, в общем, вот так вот все зачистил. Даже настойки и то появились. Вот один, вот. И вот еще. Там дальше вроде все чисто. И здесь у нас мы все зачистили и все равно вот не дочистили. Вот глубоковатая такая. Здесь мы пескоструйчиком сейчас пройдем. Вот пятнышко тоже. Вот здесь вот. Ну, мы сейчас все пройдем. Я постарался, чтобы от центра поровну было по кругу. Сейчас везде серединки пройдем. Вот тоже вот сильно осталось. Так, ну пескоструить буду вот такой штукой. Пескострой без расхода песка. Так, пользуюсь вот таким порошком, порошок абразивный, купершлаг. Так. Так, и маску все равно надо одевать, потому что пыль все равно идет. Он хоть и написан без расхода песка, а все равно пропускает пыль. Ну, в общем, вот так вот прописка строилась. Вот так вот получается. Так, где вот тут самый сложный был? Ну, это там надо воздухом дунуть, там песок этот остался. А так все вышкребает оттуда.
Ну а этот кусок будем, наверное, сейчас вырезать. Вот так вот вырежем. Потому что снизу там тоже что-то. Вот он герметик весь отваливается. Так, отрезали такую пластиночку. И надо сейчас отметить нам, где загинать уголки вот эти вот. Там примерно 0,5 сантиметра. Ну вот так вот. Раз. Раз отмерили. Сейчас отчерчим и загнем. Так, загинать будем вот на таком листогибе. У меня маленький, 50 сантиметров, по-моему. Ну, для заплаточек нормально. Вот, начертили сколько. Все, зажали. Все, вот так вот ровненько все загнулось. И все, сейчас там отмечаем на двери, на самой, отчерчим, как обрезать будем. Ну вот так вот, короче, вот загнул не до конца. Чтобы померить нам, сколько отпиливать. Так, да? И вот так вот. Ну вот примерно сейчас. Так, да, и здесь вот. Ну, вот так вот сейчас краску сейчас зачищу, еще раз отрисую. Так, вот с обратной стороны. Сейчас здесь зачистим вот этот вот герметик. Вот до отсюда вот. Ну вот так вот насквозь она сгнила. И теперь нам надо сейчас восстановить вот этот вот бортик. Ну мы сейчас сперва приварим, наверное, ту заплатку с лицевой стороны, а здесь потом уже подрежем, вставим в изгиб туда и проварим здесь. Так, ну вот так вот. Сейчас пробьем вот эту часть. Прям получше сейчас сюда ставим железку. Что у нас тут толщина? 0,8, наверное. Сейчас миллиметровочку ставим сюда и вот это все забьем, чтобы нам вставить. Ну вот так вот все заплюстил, чтобы было все тоненькое там. И вставляем. И вот так вот будет у нас. Все, сейчас все это дело обварю
варить буду точками, сплошняком, но точками. Здесь вот через сантиметр и пошел вот так вот. Дошел, пока до отсюда доходишь, здесь остывает. И потом отсюда пошел дальше опять. Ну, сейчас все обварю, потому что показывать не буду, потому что это затянется сейчас надолго. Ну, вот так вот, в общем, заварилось все. Ну и маленько повело. Не без этого. Вот. Ну, это мы сейчас с Поттером поддернем. И будет ровненько. Так, споттер у меня вот такой самодельный, из микроволновок сделан. Также обратный молоток тоже самодельный. И все, погнали. Так. Нагреваем шов. И вытягиваем. Вот остудить бы чем-нибудь. Нечем. Вот. Ну вот, в общем, вот так вот выпрямили шов. Чуть-чуть еще сейчас вот в этом месте. Еще раз дерну и все. Все, и будем шпаклевать. Так, ну сейчас, как первую основу, сейчас нанесем карбоном. А потом уже универсальное, уже остальное все выведем. Я уже весь эту процедуру не буду показывать, потому что это долго, часа на 4. Зачем видео занимать, чем попало. И уже покажу результат. Ну, в принципе, вот так вот все получилось. Все зашоркали. И все, теперь нужно все это грунтануть, чтобы посмотреть, что у нас получилось. И прежде чем сейчас грунтовать, низ, вот где вот у нас железо торчит, вот это вот надо все пройти кислотным грунтом. Вот он тоже железка. Так, обезжириваем всю дверь. И вот таким кислотным грунтом проходим. Кислотный грунт желтый. В принципе, все закрылось. Толстым слоем не надо его ложить, так чтобы пленка только была. Все, пока он сохнет, сейчас разведем акриловый грунт. Так, разводить буду на весах. Грунт вот такой.
На банке, в принципе, написано, сколько к чему разводить. Разводится 1 к 4. Потому что 100 грамм, 25 и 25. И 25 грамм, ну и 1/4 часть разбавителя. Так, ну и все. Пистолет у меня вот такой, ХВЛП. Давление в системе у меня 6, чуть побольше. И на подачу настраиваем на двоечку или 1,8. У меня чуть меньше двоечки. Все, факел на всю и подачу краски 3,5. Все, смотрим на просвет, на лампы, что у нас все ровненько получается. Как посмотреть? Сейчас поверну. Вот так вот. Ну вот так вот лучше видать. Все, и смотрим, что у нас все ровненько. Все ништяк. Все, тогда сейчас выжидаем 10 минут и еще на один слой покроем. И все. Понравился ролик? Ставь нравится и подписывайся. Все.